Старая добрая история о том, как усердие и труд способны привести к самым фантастическим результатам. Едва ли может обойтись без привычных новогодних персонажей. Дед Мороз, Снегурочка и лихие разбойники появляются на сцене городского дворца культуры перед началом спектакля, увлекая юных зрителей в праздничную игру. Им предстоит отгадать все загадки и справиться с необычными заданиями, за выполнение которых долгожданная награда. Фантастическая история в лучших традициях русских народных сказок. Волшебное веретено по пьесе известного казахского режиссера и драматурга Татьяны Баевой поставил главный режиссер Мозырского драмтеатра Роман Циркин. Спектакль продолжает традицию показа на благотворительной основе. Среди первых зрителей наряду с мазырянами стали юные гости из соседних городов. Мне очень понравилось. Там были очень красивые персонажи. Там было все очень оригинально. Там мне понравилась зима и Снегурочка с Дедом Морозом. Мне понравилась печка, яблоня и я забыл, как ее зовут, но Снежная королева. Мне очень понравилась сказка, очень интересная, познавательная, яркая, все ярко, красиво, и все персонажи по-своему хорошие. Новогоднюю сказку от Мозырского драмтеатра в ближайшее время увидят и зрители малых населенных пунктов. Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».